Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». В столице продолжается музейная неделя. Как сообщается на сайте ведомства, в Москве продолжается музейная неделя, которая началась 14 октября. Однако у жителей и гостей города еще есть возможность посетить 15 бесплатных выставок. Об этом сообщает сайт мэра и правительства города. Так, 17 октября будет работать литературно-мемориальная выставка, которая посвящена Сергею Есенину и его семье. Гостям покажут личные вещи и рукописи поэта. В этот же день будет проходить выставка Дарвинского музея, на которой расскажут про растения и животные, использующие мимикрию. В Мемориальном музее космонавтики 20 октября выставят более 40 полотен космонавта Алексея Леонова. 17 октября в Третьяковской галерее представят «Московский дворик» и другие полотна Василия Поленова. На этом пока все. Еще больше интересных новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!